Я научу вас говорить без ошибок. Привет! Что ешь? Решила побаловать себя свеклой с сыром фета. Тебе завидно? Да, я завидую твоей образованности. Все слова, где часто мы ошибаемся, ты произнесла правильно. А как насчет английского? Там же тоже много слов, где можно промахнуться. Какие? Ну вот, например, сейчас мы слушаем «Отель Калифорния» группы The Eagles. И правильно слово произносить «hotel» с ударением на втором слоге, а все произносят на первый. А знаешь почему? В этом частично виновата сама группа The Eagles, потому что ритмически ударение в песне падает на первый слог. Так в караоке и поют. Welcome to the hotel, California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Кстати, фейс у тебя действительно симпатичный. Так может так и должно быть? Нет, чтобы понять, как правильно произносится, я советую послушать песню Blue Hotel Криса Айзека. Маэстро, можно грустную гостиницу? Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel. Все, спасибо, дальше не смоггу, там мелодия сложная. Ну, как всегда, ты заканчиваешь на самом интересном. Кстати говоря, в песне The Eagles есть одно сложное слово, и вот сейчас нам отель «Калифорния» поможет. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Подожди, хорошо, что напомнил, я как раз хотел еще десерт заказать. Песня-то про пустыню. Да знаю я, просто песня навеяла. В слове «desert», как в русском «десерт», ударение падает на второй слог, а пустыня «desert» на первый. Хотя запутаться все равно легко. Пустыня длинная, а слово короткое. Десерт, наоборот, съедается моментально, а произносится долго. «Desert». Да, а еще в слове «desert» и «desert» разные написания. Давай продолжим гастрономическую тему. Мы сидим с тобой кафе? Как будет кафе по-английски? Там как хочешь, хоть на первый слог, хоть на второй, лишь бы вкусно было. Тонкое наблюдение. Кстати говоря, еще одно слово, которое произносится похоже, как и кафе, и где тоже часто ошибаются, это слово балет. Надеюсь, мы сегодня не пойдем в балет? Но подготовимся к этому, сходим в следующий раз. Похоже написание, как и в русском языке, балет, но только в английском, двойная буква L. И произносится, так же, как и кафе, два варианта. Ballet. Я дико извиняюсь, но я тут краем уха подслушал ваш разговор и вспомнил еще два слова, в которых мы, музыканты, часто ошибаемся. Какие? Музыкант и дирижер. Musician. Conductor. Анжел, для нас сегодня выступал музыкант и дирижер из Санкт-Петербурга Андрей Дикоев. Теперь вы знаете, как сказать правильно.